У Беларуси с 1 лютого повышается бюджет прожиточного минимума. У среднем на душу насельництва у разлику на месяц он складе 216 рублей 90 копеек. Как растлумачили специалисты, это обумовлено в первую чергу ростом цен на харчовые товары. Для разных социально-демографичных групп процент повеличения свой. У связи с изменением бюджету прожиточного минимума с 1 лютого так само повеличатся минимальные працовные и социальные пенсии, некоторые надбавки и допомоги.